В ежегодных соревнованиях по полиатлону участвовало более 100 человек из Сочи, Краснодара, Горячего Ключа, а также Адыгеи и Ростова-на-Дону. Их первое испытание на меткость. Стреляя из пневматической винтовки, спортсмены стараются набрать максимальное количество очков. А с помощью этой оптической трубы тренеры корректируют стрельбу участников. Кроме стрельбы из пневматической винтовки, в программу четырехборья входит бег на 60 метров, бег на выносливость у девочек 1000 метров, у мальчиков 2000 метров. И плавание 50 метров и 100 метров. Один спортсмен выступает в четырех видах. Каждый вид программы переводится в очки. И тот спортсмен, кто набрал большее количество очков, становится победителем наших соревнований. Чемпионаты первенства края проходят в Сочи ежегодно благодаря краевой программе развития физической культуры и спорта. Эти соревнования отборочные. Лучшие спортсмены автоматически попадут в сборную Краснодарского края, из которой будет формироваться состав для поездки на чемпионат России. Первый старт состоится в январе 2016 года в Калуге.